Dimitrix. Продолжаем проходить Resident Evil Revolution 2. Resident Evil. Именно так. Сложности с ловушками. По-моему, бойню прошли в прошлый раз. Ну да. Значит, сейчас будет... Ранее в откровениях. Мама дорогая, моя... Повтор. Жизнь при... Точно. Тут статуя была, которая взорвалась потом. Чуть не убила. Теперь нам сюда. Так, револьвер. Дробовик надо зарядить. За мной. Может потом? В смысле, может потом? Слезть нет? Как сюда занять? Товарищи, в баню и домой! Завтра вас опять ждет работа! Серьезно, потом? Ну ладно. Let's go.
Надеюсь, он не догадается. Иди вперед без знаний, значит рисковать жизнью. Делая выбор, обладая нужными знаниями. Но может быть так, что ответ придется поискать. Не дай бог, это будет с самого начала, это будет жопа. Внимание! Всем немедленно домой! Мятежникам грозит красный карандаш! Не говорите, что вот этот. Можно вообще сохраниться или что-нибудь? Как мне искать ответ? Ну давай первое. Надеемся, не съедят. До мурашек, да? Давай, валим отсюда. Хотя бы посмотрели бы, куда прыгали. Блэр, это она! Канализация, ведущая к башне! Смотрительница следила за каждым нашим шагом. Но если она думает, что мы погибли от взрыва... Возьмем неожиданности. Мы совсем близко, Мойра. Я чувствую. Это жесть. Потерли там по колено. Они как минимум должны были повредить себе чем-то. Милые девочки на фабрике не было. Надо было тебя сразу послушать. Нила ту записку не писал. Что так лагает? Лаги какие-то. Кто такие? Чего надо? Опусти. Ты кто? Чтоб меня
Он тоже из Дарасейв? Ты чего вообще лопочешь? Без браслета. Где твой браслет? Я что, на бабу похож? Старик, не знаешь, что тут происходит? Надо отсюда валить, пока не поздно. Ни за что. Я останусь дома. А вы пошли вон. Вы пришли на наш прекрасный остров и все забрали. Какая бы беда ни случилась, помощи моей не просите. Где подохнуть, сами ищите. Это... Какой он добрый старик. О, емкость. Это мое место. Весят такие, как он. Имеешь в виду, как Барри? Говоришь, эй, свернем налево, а он едет направо, показать якобы лучше знак. Мой брат таким же был в детстве. Один раз облажалась и... Мне тоже херово было. Так, тут, наверное, будут водные эти. Помощь нужна. Очень интересно. Какой-нибудь хоррор. Е-мое. Забавно. Правда, высыхают быстро. Всегда монтировка.
крокодилу. Я сам не в курсе. Ага, теперь вниз. И опять-таки не спрашивай, зачем это делать. Забавное, что по их следам идет Борис с той мелкой. Следовательно, мне придется проходить все вот эти места. Это же логично. Это будет довольно интересно.
все остальное заставляю себя. Давайте, подводники, я в курсе, что вы там. Выныривайте. Ничего особенного такого прям. Видимо, нас не ждет. Поэтому по стандарту. Просто надеялся, что голос какой-нибудь. Тут нет. Это еще что за мавзолей? Мы уже дошли до башни, да? Думаю, да. Что это? Вот. Похоже на могилу. Думаю, вышка как раз над нами. Поищем подъем. Мы последовали за госпожой на остров, который она назвала номер 46. Наши старания принесли острову процветание, а еще мы пришли помочь госпоже достичь цели перерождения. Мы блестяще выполнили свои задачи, в том числе последнюю задачу — дать госпоже данные ценой своей жизни.
Нас связывает служение госпоже. Вы для меня коллеги и друзья. Я помогу госпоже завершить дело, которое все мы начали. Даю слово. Ваши жертвы не напрасны. Покойтесь с миром. Вау. Это типа все работники. Мощно. Оу. Если желаете знать истину, поклянитесь в верности по очереди, только тогда вы сможете сбросить оковы греха. Первый всегда был глуп, потому его не будет памятника. Второй носил свое лицо на спине, третий стремился быть первым среди своей пятерки, четвертый потерял голову. Явно что-то суровое происходило тут. Я так понимаю, там типа секретный прикол какой-то должен был быть. Он мне не парень. Ну да. Черт, слушай, все сказать тебе кое-что хочу. Я заметила, что когда Нил был с нами, цвет его браслета вообще не менялся. Вот правда, живые мертвецы лезли на нас отовсюду. Тогда все перепугались. Неа, даже не говори мне про это. Понятно? Все, конец разговора. Список. Он был у Нила на вечеринке. Бёртон, Чавес, Редфилд. В нем все наши имена. Он предал Террасейф. Клэр, мне очень жаль. Эй, глянь. Дергала за ниточки. Старик теперь не удел.
видел, но ему хватило ума передать эстафету. Ты играла мной! Из-за того, что ты идиот, думал, что создашь новую угрозу терроризма и оправдаешь FBC. Такому чудовищу, как ты, этого не понять! Клэр, ты расстроилась? Нет, я учусь смотреть на действительность. Фу, список кандидатов Нила. Стюарт. Вот список сотрудников TerraSafe, наиболее подходящий для этого раунда испытаний. Все они сталкивались с биотерроризмом и вирусами. Психологическую проверку прошли прекрасно, сталкивались с неописуемыми ужасами и уцелели, что указывает на хорошую устойчивость к эмоциональным травмам. Номер 6 не сталкивалась непосредственно с белыми терактами, но показала хорошие результаты и поэтому внесена в список. С учетом вышесказанного, думаю, это вполне хорошие кандидаты. Не сомневаюсь, ты согласишься. Теперь все в твоих руках. Если что-то понадобится, я буду рядом. Фишер, Нил, Редфилд, Клэр, Чавес, Габриэль, Фогли, Джуна, вычеркнуто, Бертон, Мойра, Фернандес, Педро, Гордон, Наталья, Томпсон, Эдвард. Вах. У нас тут много по факту. Опять записки. Письмо моим соотечественникам. Коллеги, провидцы. Наконец-то пришло время. Все идет так, как я и говорил. Осталось только ей выполнить свои обязательства. А потом я смогу завершить то, что мы начали 7 лет назад. Чтобы изменить мир, мне нужен лишь один маленький образец. Но мир уже меняется. И не в лучшую сторону. Доказательство тому недавний инцидент в Африке. И безумие будет повторяться, пока не останется лишь трагедия и отчаяние. Миру нужен тот, кто возьмет на себя руководство и станет праведником в этом темное время. Конечно же, Лэнсдейл был прав. То, что он хотел сделать на Серой Земле. Люди называют его негодяем, а он герой. Он пытался нас спасти, как и вы. Я это понял. И во что бы то ни стало, воплощу его идею в жизнь. Он один видел, что нужны жертвы, что на них можно будет построить что-то хорошее. Даже если для этого придется иметь дело с самой дьяволицей. Вот так вот. Плюс один очередь. Нет, нам очередь не нужна. Все, отсюда на выход. И тут еще что-то можно сделать. Ящик. Ну да, тут все, тут на выход. А сейчас будет босс, походу. Ну да. Как ожидалось. Здравствуй, лифт. Здравствуй, босс. Что считал правильным. И ошибся. Отойди!
от меня! FBC уже не вернусь. Я подвел Лейнсдейла. Ну, что дальше будет, мамочка? Буду бегать по всему локации, походу. Ураборос! Это не смерть! Это... Thank you.
закончится. Да вот сейчас и закончилось. Все. Каюк. Только патронов вообще нет. Да, мы застряли. Больше нам ничто не помешает, моя милая. Ты и я будем хорошими друзьями. Мы будем знать друг друга вдоль и поперек. Красава. Ну, босс был хороший, впечатляющий такой. Все, на этом, пожалуй, все.